Hallo alle zusammen, ich heiße Genosse Atomny, kai wir lernen Deutsch mit die Spiele Sims 1. Heute möchte ich rote Sterne sein. Ну что, миру мир, товарищи, с вами Атомный Плейбой, и сегодня я хочу стать красной звездой. Вот, как это сделать? Да продать вот эту штуку и подождать газеты. Ich brauche Zeitungen für das. На этом мне нужно, собственно, газеты использовать. Окей, nicht so viel энергии, не так много у меня энергии. So gehe ich schlafen, иду спать. Ich arbeite als Mitglied des Bundestags. В общем, какой-то Mitglied des Bundestags. Was das sind? Что такое Mit? Давайте переведем, да? Mitglied. Mitglied des Bundestags. Так, здесь можно наоборот, да, изменить. Не очень удобно, я новый переводчик использую по наставлению одного из зрителей, да, Q-Translate. Он более лучше переводит, но жалко переключается медленнее. Вот это недостаток. Mitfreim Bundestag, что? Mit, не флит, а mit g... Mitglied. Ну да. Депутат Бундестага. О, нифига себе. Я депутат Бундестага. Вот это два. Все, взяточки. Все присылайте мне. Если хотите. Аля... Как сейчас взятки? Подождите, да. Все пожер... Жертва, не присылайте мне. О, вот, все, вот так можно быстро, да? Зенде мир але шпенден. Я. Нормальненько получается. Окей. Вас есть mit meiner энергии. Что у меня с энергией? Nicht so gut, не очень-то хорошо. Und ich warte für Zeitung. Я теперь жду газеты. Ich möchte zu Rote Sterne sein. Хочу быть красной звездой. Не газеты красная звезда, а самому быть красной звездой. И, наверное, на этих самых, на шпиле Кремля находиться, да. Hartung benutze das Toilet. Использую туалет. Окей, Коха лернен, учить готовки. Харизма, окей, Лассон тренирует харизма. Давайте дальше, харизму потренирую. Keine Zeitungen, нету пока никаких газет. Туалет, использую туалет, und mache ich Dusche. И приму немножко душа. Danach spiele ich die Spiele bei dem Computer. А потом поиграю немного на компьютере различные игрушки. Окей, viel Spaß. Достаточно много удовольствия. Ich schlafe, посплю немного. Und zum Arbeit. А теперь на работу. Zum Bundestag. Отправился в Bundestag. Окей, hier bringen Agenten suchen. Да, ich muss suchen die Agente. Нужно агента искать, Смита. Он, собственно, начнет мне карьеру звезды. Willkommen zu Hause. Du hast heute 540 verdient. Ну, окей, хорошо. Окей, einen Freund verlieren. Was heißt sie, как ее зовут? Julia Gott, окей. Понятно. Wenn du bei einem Agenten unterschreibst, verlässt du deinen aktuellen Karrierepfad und betriebst den Weg des Ruhmes. Möchtest du wirklich unterschreiben? Ja. Да, в общем-то, если вы хотите найти агента, то вы потеряете карьеру депутата-коррупционера. Меняю. Окей, okay. Wir repräsentieren die Stars
die Sternen von heute, morgen und gestern. Hast du Lust auf mindestens 15 Minuten Ruhm? Dann gib uns eine Chance. Denn schließlich lautet unser Motto, du brauchst uns mehr als wir dich. Ты нуждаешься в нас больше, чем мы в тебе. Möchtest du dich anmelden? Хочешь ли заняться этим? Да. Окей. Glückwunsch. Willkommen in der Familie der Sternen und Sternchen. Ruf einfach an, sobald du bereit bist, dir eine Arbeit im Studiopark zu suchen. Dann schicken wir einen Wagen vorbei. Ага, где будете работать звездой, и туда мы отправим какой-то вагончик. Билезен. Что-то почитать. Отсудмаль папир леген. Выбросить. Это унда данах их шлафен. А потом пойду спать. Унда во гибт ди символ фюра я. Устанавливаю снова, собственно, знак запрета на газеты. Окей, их фары цум студио парк. Хойте, сегодня отправляюсь таки в парк студию, да, никогда я не играл в дополнение суперзвезд, на суперстар, как Брежнев, я суперстар, как Брежнев. А вот, поэтому ничего не знаю об этом. Это для меня что-то новое. Эсэтвест, что-нибудь пожрём, он шальте дас ботан. И включу бота. Думаю, если я как звезда пойду в ночной вот таком одежде, то все будет очень хорошо. Люди только лучше порадуются. Окем цум студио, фарем цум студио парк, лясун цум студио парк фарен. Отправляемся в мюхтес дуо инден студио парк фарен, вен я дан шикерн вир дир зобальд ви мёглих айн ваген форбай. Да, в общем-то, мы вам вагончик, как только возможно, доставим туда, в студио парк. Wenn du in Studio Park fährst, wird dein Haus in der Zeitungen Zustand gespeichert. Bist du sicher, dass du das Haus jetzt verlassen möchtest? Хотите ли сейчас покинуть свой дом? Да, конечно, хочу. Keine Sterne, никаких звезд у меня нету. И heiße niemand. Меня... Я никто. Собственно, ура, я никто, я хоть что-то добился, я никто. Niemand, null Sternen. Die Lichter, die Kamera, die Bewunderung, vielleicht eines Tages, aber derzeit bist du nur ein kleiner Sternenstaub im unendlichen Universum des Studioparks. Finde einen leiderlichen Weg, um schnell auf dich aufmerksam zu machen. Sonst läuft die Show ohne dich. В общем-то, вы маленькая звезда, одна из миллионов на небосводе, студии, вот, студии грехов. Вот, блин, я бы был бы порнозвездой хорошей. Вот, жалко, здесь нельзя такой быть. А вот, кстати, у меня был канал по этому самому, по эротическим играм на Порнохабе, но из-за того, что там Порнохаб вдруг решил перепроверить, что-то там непонятно что, типа, отправьте свои, пожалуйста, данные, вот, с этой я перестал туда что-то распубликовать. Там эротические игры я проходил, да, я обсуждал тему отношений и секса. Вот, если кто знает новую какую-то платформу, где нет вот этой всей фигни, можно нормально про эротические игры играть, вот, записывать и обсуждать на эту тему, то сообщите, я перейду на эту платформу. Окей. Lass uns laufen zur Arbeit. Отправляем на работу. И? Тут-тру-ту! Studio Park Allee. Music für Auge GmbH. Музыка для глаз. Какая-то... О, общество с ограниченной ответственностью. Fast alle Musikvideos werden in diesen heiligen
Hallen produziert. Здесь музыка и клипы снимаются. Musik fürs Auge sind zwar nicht die einzigen in diesem Geschäft, jedoch die besten, wenn es darum geht, dich gut dasten zu lassen. Ganz egal, wie schrecklich du singst. В общем, важно, чтобы ты хорошо там пел, остальное я не понял. Rock Lounge. Bunte, в общем, Rock Bar. Bunte Hunde und яркие собаки und komische Vögel wissen, dass in der Rock Lounge der Bär steppt. Schwing dich in deine Stiefel und komm in die Hufe. Mach die große Kohle auf der heißen Bühne von SimCity. Вообще ничего не понял, да, там что-то про уголь говорилось, да, рок-бар там и какие-то смешные птички. Не пойму, студию паркали. Europa Centrum, европейский центр. Wie war es mit einer kleinen Reise durch ganz Europa? Как бы в одном здании маленькая поездка по всей Европе. Schicke Boutiquen, Moden schauen rund um die Uhr und ein Bad, das permanent geöffnet ist. Ciao. Ну, в общем-то, здесь эти самые магазинчики и всякие подиумы для демонстрации моды, ясно. Mega Music Multiplex. Мультикинотеатр мегамузыки. Das Mega Music Label ist in aller Munde, das beste von besten im Sachen Miss Music Produktion. В общем, все рты говорят, что мегамузыка мега круто и супер классно. Самая лучшая продукция там. Zu Mega Music gehört auch das trendige Sushi-Restaurant Mega Music Machi, das sich auf dem Firmengrundstück befindet. Mega Music macht Musik. В общем-то, Mega Music также владеет суши-рестораном, где, собственно, можно их готовить. И Mega Music – это супермузыка, да. SDBC Studios, ого, BDSM студия, да, или эксгибиционистская студия какая-нибудь. Productions Tete der Daily Zap, Sanfte Zungen, Böse Zungen. А в общем-то, что-то у нас Цунген, я даже не знаю, какие-то плохие песни, мыльная опера каждодневная. Боец Бицхаст Димаха карьера Ирен Анфан Геномен. Здесь можно начинать карьеру. Унгефюкте Безихтиген Татлих Мёгрих. Окей, Ласун Спарен Дорт. Давайте отправимся, собственно. Начнем актером быть. Я мега актер. Окей. Верзенбрайт, мы прибыли. Какой-то кривой вот этот вот. Вот эта машинка. Да? Окей. Их бенуце туалета. Использую сейчас туалет. Окей, kein комфорт, никакого комфорта. Aber lass uns spielen. Not false сцены. О, экстренную сцену. У меня же есть. Их шпили die not false simulator und du kann see das. Sorry, aber du bist zu groß für diese Rolle. Wie war es denn mit deinem Werbespot? Benötigt. Вы слишком велики для этой сцены, вот, поэтому до свидания. А вот так вот. Нет, тут 2,5. Так это же начало карьеры сказано. А как мне еще начало? Kaufen suchen nach Filmposter Betty Yeti Grift an. Betty Yeti, на кого-то напала у нас постер, да? За нами моден шоу. Нет, какое-то вечернее шоу, модное шоу. Фюрк фото позирен. О, пошли, попозируем для фото. О, полицай, 1, 2, 3, полицай. Давайте полицай туда-сюда. Нормально. Немножко эксгибиционизма будет очень хорошо. Вас их махин, что я вообще делаю? Глюквинш геносатомные, ауфгрюнде дайнес летстен
Erfurt im Studiopark steigt du in unseren Star-Charts ein Star-Level höher. В общем-то, немного выше стал в плане звезды, да? Нах автограф фраген попросить. Автографа? Ой, Halbdel Sterne, у меня половина звездочки. Фраген нах. Прайсен намен фален ласен. Нет, не дала звезда мне никаких автографов. А кто это такой? Фредди Принц. Я даже не знаю этого человека. Фильпота позирует. Давай еще. Es gibt drei verschiedene Auszeichnungen. Am leichtesten zu gewinnen sind Auszeichnungen für hervorragende Leistungen am Arbeitsplatz. Möchtest du eine solche Auszeichnung kassieren, musst du möglichst erfolgreich am Set arbeiten. Die zweite Auszeichnung ist der heiß begrüßte Simi. Du erhältst ihn nur für hervorragende Leistungen in der Unterhaltungsbranche. Man muss... Не понял я до конца, что нужно делать, да? Что-то три каких-то у нас ветки есть, и что с этим делать, я не знаю. Да, я знаю, как позировать, да, поэтому... Но Хайнмаль, да еще раз фюр фото позирует. Да что за ерунда? Я грядущая телезвезда. Вас ног цумахен. Что еще сделать? Begrüßen, поздороваемся. Entschuldigen, пожмем руки. Джинс. Nein, ich möchte. Ich möchte nicht mit dir sprechen. Не хочу я с джинсом каким-то разговаривать. Ich nicht keine arbeiten dort. Не могу там поработать, да? Ага, все еще нужно. Одна с половиной звезда. Окей, fahre ich im andere Platz. В другое место сейчас поеду. Я. Окей, gehen Sie weg. Отправляемся дальше. Sunrise Boulevard. Бульвар солнца. Восхода как. Fairchild Film Studios. Das ist die letzte Bastion des goldenen Zeitalters des Films. In diesem riesigen Gebäude der Komplex befinden sich die Studios der berühmtesten Filmproduzenten. В этом здании самые крутые студии находятся, да? И типа это самый верх карьеры. Sunrise Boulevard. Это у нас снова бульвар восхода солнца. Nappi Studios. Die neueste Filmschmiede der Stadt steckt noch in dem Windel. Es gibt zwar keine Innentoiletten, dafür kann man jedoch draußen Zeitgeschäfte erledigen. Ничего не понял. Окей, Букнингем Галериен. Галерея Букнингема. Kunst und Mode. Искусство и мода. Von feinsten aus ganz Sim City zusammengeklaut und jetzt im Bookings-Homes privaten Design-Studio ausgestellt. Что-то приватные студии какие-то. Зита... Цитата von Buckingham. In jedem steckt ein kleiner Künstler. Ich bin der lebende Beweis dafür. Не понял я, что он сказал. Да, в каждом какая-то есть немножко искусство, но дальше я не понял. Окей. Рёклянги. Давайте попробуем себя на почве музыки. Мёхте их... Окей. Зинген. Хочу немного попеть. Singen für die Siege. Буду петь для победы. Big Band Country Rock. Начнем с рока.
Их бин моменту депритирцум зинген. Я слишком депрессивен, чтобы... Willkommen in Studio Park, Lana. Du, du neu hier bist, würde ich dir vorschlagen, mit einer Open Mic Session oder in einer Karaoke Bar zu beginnen. Надо начать с открытой музыкальной сессии или караоке бара. Мы новенькие. Vergiss nicht, dass deine Leistungen erst in die Stark Charts eingehen, wenn du in einer Talentagentur unter Vertrag bist. Вообще ничего не понял. Окей. Давай немножко, собственно, поиграем. Gibt es etwas? Да, есть ли здесь что-то? Anschauen, показать. И brauche комфорт. Нужен намного более сильный комфорт. Wer kann ich комфорт? Суфербессерн. Улучшаю комфорт сейчас, да? Посижу на красивом стуле. Und lass uns singen das Rock. А теперь пойду петь рок. В этом самом, в пижаме. Почему бы нет? Рок-концерт в пижаме. Обожаю это. Унд и... Алло, Лёйте. Я! Ля палита, мита туара. Да, и пою я хорошо. Ради высшего блага мы идем. И отвратительно орём. Но хайнман, еще раз. Окей, dance mix. Давайте теперь музычку вот такую станцуем. Оу, das kostet manchmal simulans. Так это денег стоит на самом деле, чтобы выпериться и спеть. Да как же так можно? Я думал, все бесплатно. Звездой можно бесплатно вставать, оказывается, нет. Окей, хорошо. О да, жир, это все. Ради жира мы едим и пузико свое отрастим. Кантри давайте теперь. Еще раз. Та-та-ра-та, я скачу на лошадке по полю и вижу, что там пасутся коровы, и кто-то доедал. По-моему, классно я пою. Вот что вам я сейчас скажу. Да-да, классно получается. Окей, хорошо. Но хэнман рок, еще рок немножко спою. У-у-у, мне рок больше всего нравится. Я лучше всех в мире. Я могу на голове стоять и петь. Все вы моей воле подчинитесь. Итак, я вашим диктатором стать могу. Glückwunsch, Genosse Atomny, aufgrund deines letzten Erfolgs im Studio Park steigst du in Universenstar Sterne Charts ein Star Level höher. Отлично, я получил дополнительную звезду. Да, это сделать я могу. Окей, lass uns fahren heim. Отправляемся домой. Ein Stern, один звездом, Insider. Я наконец-то стал звездой. Вот такой вот я герой. Окей. Инсайдера. Es ist Zeit, die letzten Illusionen zu verlieren. Нужно отбросить все иллюзии. Dieses ist keine magische Glitzwelt. Это ничего не... Здесь нету магии. Sondern ein knallhartes Geschäft. В общем, какой-то там какой-то это бизнес. Du musst lernen, dich durchzubeißen. Wenn du davon träumst, viel Kohle zu machen und Haufen weiße Autogra
Амацугеба. Если хотите давать много автографов и много угля получить, да, для своего огонька, то нужно тренироваться. Вау! Вот как же до этого можно было догадаться? Верде креатив ансонстен бист ду бальд фон дер бильдфляхе фершвунден. Нужно быть творческим, о да! Это прям разумная херня. Блин, ну что за косые? Здесь какие-то вагончики ездят, да? Они реально ну смотрите, перекосились со всех сторон. Кто в таких ездит? Окей, их мёхте хейме фарен, хочу домой отправляться. Он до слимо фартферми, а теперь лимузин за мной поедет. Гарне ле плиз кауфен. Давайте купим что-то вкусненькое. Окей, хилп система активирован. Да, систему помощи я активирую. Окей. Лас он шляфен, давайте немножко поспим. Наверное, это тот рок, который я пел, да? По-моему, именно он. Окей, бануться до туалета, использую туалет. На, Эринер Нихц. Ничего я не хочу напоминать их. Имел ты махе души. Хочу душ иметь. Лясунса полицай, репортер, фурверге, гартенер, пицца. Как заказать пиццу? Давайте закажем пиццу. Давайте закажем пиццу. Лясунс пицца бештелен. Окей. Хорошо. Kann ich bestellen die Pizza? Могу ли заказать пиццу? Окей, das macht 40 Simulans. Deine Pizza ist in etwa einer Stunde da. Vielen Dank für die Bestellung. Спасибо за заказ, через часик будет. Это хорошо. Окей, trank trinken. Давайте выпьем напиточек химический тогда пока. Das geschmeckt jetzt fühlst du dich total erfrischt. Полностью освеженным себя чувствую. Ну, это ерунда. Окей. Алло. Привет. Begrüßen. Давай сюда пицца. Найн, да твою ж мать, пиццу встречаю. Я для этого пиццу заказал. Да твою мать, что ты делаешь? Begrüßen, встречай его. Вова, ich habe von Sim City bis hier nicht mal eine Stunde gebracht. Бенедер пицца Лайфранд. Вот и пицца тебе. Я не понял, что там в течение часа было сделано, да? Эссайн штук, еще поедим. Ну, зеленая хрень какая-то. Потом давайте съедим зеленую хрень. Нельзя же, я все-таки захавал вот эту ерунду. Много штук, еще кусочек пиццы. Окей. Пинуться туалет. Нужно туалет, мне нужен. Сейчас. Кайн комфорт. Никакого комфорта. Он кайна энергии. Никакой энергии. Hast mein Katz etwas zu essen? А есть у кошечки что-нибудь поесть? Я. Зига. Да, у нее есть что-то покушать. Окей. Вундербар. Клево. Ну, штук. Немен. Еще возьму кусочек. О, зауберди лампе. Поглажу лампу. Feuerwasser, давайте закажем воду. Глюкс, мюга зеген, глюк, кайтбе. В общем, повезло тебе. Ага, еще один. Нормально. Новые фонтаны. Новый фонтан у меня. Их хабезофили. У меня и так их очень много. Абервару них нохаймаль от вас. Ну а с другой стороны, что еще не взять, да? Вот сюда можно поставить. Вот пока. Кан их это. Ай, хан интересен. Все, пиццу уже не могу съесть. Окей, филе энергии, больше энергии. Он да нахих фары ногцом студио парк. Заправлюсь полностью энергией и затем заново отправлюсь покорять Болливуд. Я хочу работать в Болливуде. Зачем мне Голливуд, если есть Болливуд, да?
Айнер Рюдебен, давайте потренируемся немножко. Хочу хорошее покушаю. Да, окей, их фербессерен алес. Все улучшил, теперь у меня есть три характеристики до максимума доведены. Ну и три так себе. Собственно, готовка на самом худшем уровне. О, крёпер, их мюст штарк зайн. Нужно же быть достаточно сильным-то. Окей, ласун стренирен, потренируемся. Хожу тут в купальнике, да, привлекаю всех, а сам недостаточно тренирован. Да, Антворте, давайте ответим. Камень отвлекает, никакой возможности нету. Гензи Шпилен. Поиграю с... Индиана Джонс вдруг хочет у меня автограф брать, да. Но я не буду ему потакать. Хотя у меня есть прохождение Индиана Джонс, и там какой-то... Это гробница фараона или какого-то императора, что-то такое. Окей, Нохайм Майшлафен, еще посплю немножко. Их бинтбирает, я уже готов. Шальта для ботан. Включаю бота. Туалет, использую туалет. Унд. Мехта их фарецум студио парк. И сейчас я отправляюсь в студию парк. Я гейм цум арбайт. Отправляемся немножко на работу. Абербис им нехстен мале, их штарте карьере альц роте суперштерне. Чус. Суль-суль, ну что, стою я красной суперзвездой, товарищи, постепенно. Да пока я просто красная звезда, но отправляю в студию я. Увидимся в следующей серии, да. Суль-суль.